Всем привет! Меня зовут Денис, и я рад вас видеть на канале Дэнни Хелл. И сегодня я вам покажу, что в этот раз прикупил в магазине Fix Price. Ну, давайте начнем. Как обычно, взял для уборки вот такие вот салфетки универсальной фирмы Bonhomme. 120 штук, размер 25 на 21 сантиметр. Отлично впитывают. Ну, в общем-то, это действительно так. Очень удобно использовать такие вот полотенчики для уборки. Взял их сразу два рулончика. Они уходят очень быстро. Ну и в Fix Price их также хорошо разбирают. Потом ребенок выпросил у меня вот такую вот игрушку крокодила. Вот такой вот крокодильчик. Он, по-моему, стоит 149 рублей. Вот такой вот пластиковый крокодил. Ну, вроде достаточно неплохой. Везде прокрашен. Также, помимо крокодилов, там есть всякие разные животные, птицы. Вот видел сову, мартышку, еще кого-то. Вот такой вот крокодил. Ну, раз про детские товары заговорили, то вот взяли ребенку вот такие вот носочки фирмы Zuvey. Здесь две пары, размер 3-5, в общем-то то и то, хлопок, такого серого цвета с динозаврами, это птеродактили, наверное, какие-то, и вот такой с трицератопсом, вот, темно-синий с серым, это чисто серый практически. Как обычно, прикупили влажные салфетки детские с алоэ вера. Здесь 130 штук. Кот и китс. Стандартные Fix Price влажные салфетки. Клапан. Ну, кто Fix Price, опять же, пользуется, обычно эти салфетки берут очень часто, потому что качество неплохое. Также взяли влажные антибактериальные салфетки. Этих салфеток здесь всего 120 штук. Вот что мне сейчас не нравится, периодически в Fix Price, ну, вот эти вот салфетки бывают 77 рублей стоить по карточке, по Fix Price. Но бывает, что и 99, как в этот раз купил я. Потом периодически также в Fix Price покупаю вот такие вот роликовые дезодоранты. Это женский, это мужской. Вот так вот. Серебряная защита. Самое интересное, когда пробивали на кассе, вот это вот стоило 99 рублей, а этот 149 рублей. Это вот черные-белые невидимые, это просто серебряная защита антибактериальная. Обычно вот эти вот роликовые дезодоранты можно найти на стойках на кассе. То есть обычно на полках я их не нахожу. Чуть еще. Ну вот увидел вот такое вот мыло завода братьев Крестовниковых. Крем-мыло с алоэ. Традиционный подарок для любимой семьи. Подробности акции смотри на zbk.ru. Просто мыло. 190 грамм. Берем достаточно часто. Мыло хорошее. Потом взяли шоколадки Марс. Ну, я думаю, Марс не стоит в представлении. Марс как Марс. И один батончик нации. Также взяли вот такие вот стики Бульба. Белпродукт. Картофельная соломка, обжаренная со вкусом сметаны и лук. Соломка из цельного картофеля.
Но это действительно, это белорусские, очень хорошие, очень вкусные. Так что можно взамен чипсов брать вот такие вот стики бульбы. Сын себе вытребовал вот такие вот трубочки для молока. Это ягодный микс. Но ягодный микс мы ребенку еще не брали. Так что так. Здесь вкус клубника, ежевика, малина, банан, карамель. Интересно, карамель в каком тут ягодном миксе? Вот состав. Вот такие вот трубочки. Вот из химии взял гель для очистки труб. Он стоит также, ну, раньше был, правда, 55, сейчас 59 рублей. Ну, для очистки труб самое то. Средство для очистки канализационных труб, антизасор, активный гель. Подходит для всех типов труб. Ну и также взял вот такой чай на пробу, Липтон, со вкусом арбуз и мята, настроение лета. Здесь конкретно 1 литр. Ну, давайте перейдем, это вот дачные товары. Взял на дачу вот такой вот компост, ускоритель созревания компоста, биоактивный. Качественный компост за 45 дней на 2-3 куба органических отходов, концентрат. Натуральный препарат ускоряет в 2 раза природный процесс компостирования садовых и пищевых отходов и способствует формированию сбалансированного компоста. Так, способ применения. Органические отходы, любую ботву, кухонные отходы, опилки, солому, навоз и так далее – уложить слоем 30-40 см в компостную кучу. Крупные куски желательно измельчить. Разведите 50 мл препарата в 10 литрах воды. Равномерно пролейте приготовленным раствором всю поверхность, исходя из расхода 20-30 литров на 1 куб компостной кучи. Далее поливайте каждый последующий слой 5-10 литрами раствора. В зависимости от состава органики и температуры компост будет готов через 1,5-4 месяца. Так, ну производитель это, соответственно, Россия. Здесь 350 миллилитров. Попробуем. Потом попросили, я взял вот такую вот, вот такие вот семена, морковь нанская. 4. Очень вкусная и нежная. Взял я ее 2 пакетика. Фикс прайс семена вот именно овощных культур стоят около 9 рублей. Цветов около 10 рублей. Среднеспелый сорт от полных всходов до массового урожая 80-120 дней. Вот. Вот так вот. Свекла барыня. Ну, по картинке красивая такая свекла. Бальзамин том-там. Лаватера садовая роза. Вот такие вот красивые цветочки. Огурец засолочный. Вот этот сорт пчелоопыляемый, соответственно, его только в открытый грунт. В теплицу, к сожалению, нельзя. Но этого я не знал. Это мне объяснили уже потом. Потом набрал я там всяких разных удобрений. Вот такой вот ультрамаг-бор для увеличения количества завязей
и бутонирование. Стимулирует образование плодов, повышает качество и количество урожая, не вызывает ожогов листьев. Так. Деформация цветков, завязи плодов, замедление роста, опадение завязи. Но я так понимаю, когда применяется. Самый эффективный бор. Бор В. Здесь 10 мл на 200 метров квадратных. То есть 10 мл внутри идет какая-то ампула. Как его применять? Это вот такой вот. Это Ларнет ВР. Стоп сорняк. Здесь на 50 метров квадратных. Здесь уже 3 мл. Кстати, вот такое примечание, что он действует только на сорняки. Безопасен для газонов и земляники. Обеспечивает долговременный эффект. Полностью уничтожает наземную и корневую систему сорняков. То есть это против осота, одуванчика, ромашки, подорожника и другого. Той же фирмы Зонтаран ККР. Стоп сорняк от сорняков на картофеле и томатах. То есть это вот был для газонов и для земляники. А вот это уже от для картофеля и для томатов. Ну, тоже на 50 квадратов. Но здесь уже 5 мл идет состав. Произведено это все город Щелково, Московская область. Тоже стало интересно, вот и решил взять вот такой вот коренник для укрепления и стимуляции корневой системы плодовых, ягодных, цитрусовых, цветочных и декоративных культур. Улучшает приживаемость растений после пересадки, стимулирует рост корней у рассады и луковиц, усиливает ростовые процессы на 100 растений, 5 грамм. То есть внутри какой-то порошок. Вот такой вот. Ну, фикс прайс всякого разного. Много. Так что взял вот такую вот кормилицу микориза. Биопрепарат. Дружественная природная грибница увеличивает площадь питания растений в десятки раз. Овощи, ягоды, цветы, кустарники, газоны, комнатные растения. Улучшает питание, приживаемость при пересадках, защищает от болезней, вредителей и стрессов. ОЖЗ Кузнецова. Разработчик и изготовитель – Республика Башкортостан. Это вот как применять, как, куда. Вот еще взял какой-то Сантер, заправка для рассадных грунтов на 50 литров грунта. Органоминеральное удобрение. Масса 50 грамм. Внести при составлении почвы грунта для выращивания рассады овощных и цветочных культур. Удобрение перемешать с остальными компонентами. Норма расхода 10 грамм на 10 литров грунта. Обеспечивает полный сбалансированный набор основных питательных макро- и микроэлементов, необходимых для выращивания здоровой рассады. Вот это вот. Изготовитель, соответственно, тоже Россия. Ну, и решил я еще прикупить вот такой вот
цветущий газон, восточный орнамент для тени. Фирма «Русский огород». Здесь каких-то 19 видов цветов размером от 20 до 45 сантиметров. 30 грамм – это приблизительно 3 метра квадратных. Этот пакетик стоит уже 55 или 58 рублей. Ну, где-то вот так вот. Такой вот пакет. Ну, здесь уже чувствуется, что семян больше. Так что, надеюсь, действительно так. Ну, после посадки через 3-4 недели. Ну, вот и все. Я вам показал, что прикупил в этот раз в фикс-прайсе. Ну и все. Всем вам спасибо за внимание и до новых встреч. Пока!